Сегодня я взял бомжа в аренду, который делал все, что я скажу. Приятного просмотра. Я думаю, очевидно, что больше всего бомжей мы найдем с вами на вокзалах. Кому нужна лидерка, подходите, осталось одно место. В принципе, здесь все стоят АФК, поэтому выбора у нас нет, придется брать Олега Потейта. Ладно, увозим его отсюда. Ну слушайте, пока что все у нас идет по плану. Здесь у нас есть и бомжик, который сидит у нас в машине, которого мы почти уже арендовали. Кстати, какой он уровень? Давайте посмотрим. Он у нас второй уровень. Так, 0 экспишек и 1 АЗ. Скорее всего, донатился я на второй уровень. То есть, он реально пустой. И до этого как раз-таки он нас просил подвести на какую-то работу. То есть, денег у него тоже нет. Слушай, ты не хочешь помочь мне? Чем? Да разной работкой. Я заплачу. Ну, слушайте, я, в принципе, другого ответа и не ожидал. Бомжик Олег, которому предлагают бабки. Как он может здесь отказаться? Я специально в начале ролика подготовил некоторые идеи, которые мы будем делать с нашим рабом на этот ролик. Ладно, чтобы наш дружочек реально верил нам, давайте закинем ему первую сумму в 50 тысяч вирт. Я думаю, это нормально будет, при том, что он второй уровень. Но сейчас тебе, Олег, придется попотеть, чтобы остаться с нами. Ведь мы сейчас едем с вами на Балас. Олег, слушай, первое задание. Тебе надо убить одного Балласа. Судя по реакции Олега, он не очень впечатлен. Еще 50 тысяч мы ему даем. Ну, смотрите, есть какая-то команда? Дропган. О, только не говорите, что второй уровень не может брать оружие. Ладно. Придется ему дать беспалевно вот так. Все, Олежек побежал на наше задание, которое мы ему приказали делать. И пока что мы будем за ним следить. Итак, только не газуй. Тебе надо убить одного Балласа. Это наше первое задание. Так, ой-ой-ой, там Балласы в бронежилетах. Слушай, ты... Так. Эй... Да, видимо, гетто это явно не для Олега. Сейчас он должен быть в больнице. Я очень надеюсь, что он никуда не пропадет. И мы продолжим с ним делать задание, потому что... Ну что это такое? Что это такое? Между прочим, он заработал с меня уже 100 тысяч. Где наш Олег? Александр, Дир, Владимир, Алексей, так, Дональд. Так, что-то я его не вижу. Вот он, вот он! Это капец, Балласы петухи. Я тут подумал, почему бы нам Олежику не дать возможность побыть медиком. Лидерку мы себе уже выдали, осталось лишь инвайтнуть нашего Олежика. Я надеюсь, он нормально отстоит свой срок в больнице. Так, инвайт. Хорошо, гиверранк 669. Давайте на 7-й ранг его сразу. Желаю хорошего рабочего дня. Мы с вами улетаем в Иркон и посмотрим, как Олег справится с следующим заданием. Чё тебе надо? Так, Олег, ты как разговариваешь? Ты зачем капсишь? Слава богу, с ним никто не разговаривает. Так, следующий. Полицейскому говорит, ментяра, здорово. Олег, фу, слава богу, фу. Так, слава богу, полицейский тоже ушел. Так, Олег, спокойно. Нет, блин, нет. Так, пожалуйста, обращайся. Зачем ты капсишь? Таблетку надо. А что надо? Так, все. Все, Олег. Все. Uninvite 6691. Так, я считаю, что инвайтить Олега в больницу — это плохая затея. Мы отсюда уходим. Я только сейчас заметил, что у нас наш Олег с мутом. У него мут. Он уже успел получить мут. Олег, у меня с тобой будет много проблем. Ты ужасно отыграл РП в больнице. Ты нахамил игрокам, получил мут, а я тебе еще его и снял. Вон, в вип-чате уже пишут. Блад, блад, блад. Смотри, какой я опасный. Ну, ну да, да, опасно. Мы не будем с вами терять надежду, что у нас Олег не умеет стрелять. На Балласов он наехал очень жестко и получил сразу леща. Посмотрим, как он расправится с ПДшниками. Заворачиваем сейчас направо и приезжаем в ЛСПД. Я думаю, там полицейский... Уж точно найдется. Все, Олег пошел на спецзадание. Уходим в Иркон и следим за ним. Напомню, его задача — убить одного ПДшника. Ой, слушайте, так тут никого нету. Двери все закрыты. Ребята, а посмотрите, кто у нас спереди на миникарте. Правда, на нашей колымаге мы его не догоним. А почему они нас боятся, блядь? Олег, гаси их, брат. Товарищ мусора, разрешите наебаться. Почему они просто выезжают?
Олег, тебя боятся полицейские. Слабенькие какие-то. Олег, нет, не делай сейчас. Так, все, я ухожу в Иркон, я ничего не вижу. Ладно, пока наш Олег хилится, дадим ему последние 50 тысяч. Честно заработанные. Я думаю, он неплохо заработал сегодня. А ну, сколько? 200 тысяч? Так мало? Нет, слушайте, нет, так не пойдет. Give my donate 669 500. Если вы хотите видеть вторую часть, то обязательно ставьте лайк, пишите свои комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить. А с вами был Ярослав Брулев. Я играю на Аризоне РПМеса. Всех жду. Играйте вместе со мной. Всем пока.